Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Мачо Агаси, Солнечной Алании, район Тосмур. Нашел пятикомнатную квартирку, срочно продажу по очень хорошей цене. Проекту 10 лет. Сейчас быстро сниму инфраструктуру. Здесь вот ухоженный сад, беседка, зона барбекю, есть бассейн. Расстояние отсюда до моря 470 метров максимум. Вот такое здание. Продается двухуровневая квартира. 4 плюс 1. Кого интересует недвижимость в Турции, по всем критериям найдем то, что ищете. Так, здесь у нас впереди открытая парковка. Так. Вот открытая парковка. Где-то 250-300 метров впереди у нас магазин, сеть магазинов Тахтакале и Кочташ. Вот такой лифт. Вместимость 2 человека. Моя шляпа вместится. Посмотрим. Поднимаемся на верхний этаж. Вот такая лестничная площадка. На этаже 3 квартиры. Входим в квартиру. Здесь у нас вот такая прихожая. С правой стороны у нас вот такая спальня. Сразу здесь вещи. Все уберут. Просторная квартирка, комнатка. Так. Закроем. Квартирка просторная. Здесь у нас санузел без душевой кабинки на первом этаже. Просторная гостиная комната с отдельной кухней. Общая площадь 250 квадратных метров. Вот. Пирожочек, дорогие зрители. Сейчас покажу вам. Тосмур. Близко к морю, близко к центру. Там больница в той стороне, где-то до больницы 800 метров. Шок. Вот. Сеть магазинов Шок рядом. В левой стороне есть сеть магазинов БИМ. Тут у нас балкон. Вот такой просторный балкон. Можно застеклить. Будет вам еще одна комнатка. Квартира для большой семьи. Там дорога D400. Вот машина проехала. Угу. Так. Ключи от этой квартиры только у нас. Обращайтесь. Срочно-срочно продают. Деревянные лесенки. Так. Давайте я с этой стороны сниму, потом вернусь в комнату. Здесь просторная гостевая комната, скажем, или спальню можно сделать. Вот. Так. Угу. Терраса. Видна крепость Алании. Видны горы. Видна моя тень. И здесь у нас кладовка. Закроем двери. И закрыли. Идемте дальше. Здесь у нас санузел верхнего этажа с душевой кабинкой. Тут у нас спальня, просторная, как минимум 17 квадратных метров, с видом на горы и соседние Алтай. Так. Требуется легкий ремонт, 100-300 евро максимум, на ремонт. И просторнейшая хозяйская спальня. Откосы потолки. Угу, видно. Горы. Тут высокоэтажки не позволяют строить. Максимум вот 5 этажей. Угу. И здесь у нас просторный санузел с джакузи. Так. Ох, какое место для унитаза там. Взорвать можно эту
Вот это самое. Все, дорогие зрители. Самое главное. Айдатуре твой проект 75 лет. Цена этой квартиры, шок, 122 тысяч 500 евро, дорогие зрители. Звоните, а то упустите свой шанс, не упускайте. Всем желаю радости, добра, процветания, крепкого здоровья и улыбок побольше. Пока-пока.